опыт Соединенных Штатов Америки Украине. Кабмин получил список рекомендаций по реформированию таможни от спецмиссии США. В Киеве премьер Владимир Гройсман провел встречу с американской делегацией во главе с послом Марией Йованович. Рекомендации стали итогом многих консультаций представителей таможенно-пограничной службы с украинской стороной. Премьер также предложил создать совместную экспертную группу по реформированию таможни.